Всем привет! Ну, у меня есть 3 дня, чтобы помочь Саше и самому поработать, сделать вот этот автомобиль полностью. Возможно, даже с проемами. Ну, это так, под вопросом. Мы находимся... Ух ты, в новом для меня месте, в новом для Саши месте. У нас тут ничего, по сути, не знакомо. Инструмент есть как бы весь. Чуть-чуть своего взяли. В общем, надо работать над этим автомобилем. Сейчас его моем, потому что он стоял в пылюке. Он долго очень стоял. Тут уродовали ему бампер. Сам по себе он такой козий конченый. По морде чуть-чуть есть вопросы. Ну и вопросы по бортам, потому что мы сейчас его только начали отмывать. А он уже там коряво, здесь криво. Ну знаешь, вспоминая Мерс за 3 дня в Германии, который я сделал. Ну, за 3, конечно, мы не сделаем, потому что это перламутр. Но тем не менее. Тем более нас тут... Как? Нас тут двое. Как? Руками. Руками. Да, но это сейчас определимся. Короче, давай, сейчас мы ее отмываем. Оттираем, чтобы было видно плоскость. И потом определимся с порядком действий. Итак. Ух ты, ёбин-бобин, ты видел дверь? А я только сейчас увидел. Видишь? Ну, возле поворотника она так провалена. Ну, тут чуть-чуть, и помята дверь, вот тут крыло. Ну, там надо, наверное, будет потарабанить. Короче, мы отмыли, ну, как автомобиль. Вот когда мы отмыли, это понятно, что это не автомобиль, а какие-то тестовые... Пластики. Да, тестовые эксперименты детей и маляров. О, как-то так. В двух словах. В общем, как бы неплохо, но куча мелочевки, которую надо будет переделывать, потому что она вся крашеная, вся целиком крашеная. Плюс, да, плохо крашеная, плюс дефекты тут кое-какие по... Да, после удара там помято, над ручками гуляет. Крыло заднее, как бы ничего, кроме ржавчины и тычка. Багажник. Сейчас мы освободим его от скотчевых оков, проверим его по заднему крылу. Оно мененное, было когда-то серебристым, вот тут не замотованное, отрывается, вот тут все ржавое, нафиг выносить надо до металла. Верх двери видно, да? Это грунт, кстати. Что еще так, в двух словах? Есть несколько тычков по низу. Плывуны поверху, на камеру может, конечно, не показать. Они небольшие, то есть не критичные, как бы можно даже и условно так оставить, все зависит от требований. Ну, тычки понизу есть, их надо поубирать. Мелочевка в плане тычков. Здесь бампер, ну, видно, да? Тут это он в грунте уже. Вот тут я больше чем уверен, что вот бэушный бампер привезли, он был в микротрещинах, сверху просто навалили, эти трещины грунт повторил и увеличил. Ну, Саша, закрой капот. Ну так вот, отвлекли нас. По поводу капота, жаль, толщиномера нет у них, чтобы прозвонить. Просто если бы он был бы просто крашеный, без там каких-то шпатлеванных пятен. Ты понимаешь, Саш, ну с краю мы пропилим, будет вроде неплохо, а где-то посередине будут такие небольшие, но поля для гольфа такие именно, с лунки. Как бы их не хочется делать. То есть момент какой, если бы капот был бы более-менее ровный, сносим его до металла, чтобы не заниматься вот этими сколами. Но, кстати, сами сколы вроде бы не глубокие, вот именно там, где они есть. Но они, блин, по всему капоту, и вот это дело просто шпатлевать, это неблагодарное дело. Получится, что их надо сначала разработать, а когда ты их разрабатываешь, такие плямбы, которые потом на грунте гонят, тоже не алло. Ну ладно, сейчас приедет начальство, мы у него спросим, что он хочет от нас вообще. Как разделяем процесс? По борту, давай тогда, да, скидываем морду сейчас с него, ну, в плане фары. Бампер. Я пойду найду ластик. Вот это вот поснимать. Можно пальцами поскатывать, не хочешь? Да, спасибо, я уже поскатывал. У меня тоже ногти сорваны. Надевал резинки на расширители. Нет ногтей. Ну,
Ну, в общем, по планам как-то так. Что тут происходило, непонятно. Какие-то матово-глянцевые пятна, видать, что-то вот так вот оттирали от него. В целом машина неплохая, но переделка. То есть это переделка работы по... Непонятно, что там внизу было просто. Еще и трехслойка. И, скорее всего, я так подозреваю, что с проемами. Ну, а дальше будет видно. Так, из инструментов у нас есть брусок Александра, что-то ты им тер обратное. Да, верю. А как, зачем? Надо такой зайти. Машина давно стояла, она у рихтовщиков, я так понимаю, постояла чутка, потом на улице пожила, потому что пыль болгарочная уже в ржавчину, ух ты, блин, взялась. Вот помыли машину, хорошо просматривается сварочный шов крыла вот здесь на лампе, прям замечательно. И вот сюда вот он уходит, трещины благополучно вдоль него идут. Вот. Тут сколы, там засколы. Мне кажется, что мы так ее, наверное, сделаем. Отдуем проем отдельно. Потом... Да. Да, все ли их нужно трогать и так далее. То есть, скорее всего, отдуем, про... да, отдуем проемы. Ну, это как в теории, может быть. Отдуем проемы в один день, а кузов красить закрытыми дверями. Перламутр красить, махая дверями, тем более камера тут узкая, покрасочная, тесновато. Открывать двери. Лучше сделать так. Да, а в другой заход пластик. Так, ну начинаем работать. Подгоняться, что мы, к чему будем делать. Санек пошел разметку себе делать, потому что очень много плывунчиков там на дверях, на крыльях. Но я возьмусь сразу таким геморрочиком, займусь капотом. Мне интересно, давно такого... Давно не ковырялся уже, скоро год. Как? Вот. Почти год, да, без такой нормальной нагрузки, потому что то, что я делал в Германии, ну, это не назвать нагрузкой. А, вот, берем сразу горы салфеток, баночку антисиликона дешманского, а может и нет, я не знаю, какой он по скорости испарения, сейчас понюхаю и скажу. Это должен быть средний по скорости, судя по запаху. А, беру себе на капот 150-ки, 5 кругов. Саше нужна 220-ка там по дверям полегче. И 150-ка это тоже там на двери, где будешь подливаться, именно разрабатываться. Также красный скотч-брайт где-то в ручки, под ручки, за ручки и так далее. Пока что надо все это дело просто обезжирить. Раз, два, может быть даже три. Потому что очень много мест, особенно в закрытых краях, там где ну, прям солидольные пятна такие. Это не гоже. Тщательно, нормально. Сейчас мы глянем, если салфетка чистая осталась, то я один раз пройду. Если салфетка чистая, в этом случае это чистая. Ну, два раза, да, там по скрытякам. Вот эта шпатлевка, которая лежит здесь непонятного года вообще, ее надо снести. Потому что она в себя уже там напитала, в себя, через себя, под себя. И потом будет неприятным моментом, если она даст хороший, красивый контур после покраски. А оно так и будет. Так, ну тут чисто. Значит, в двух словах. Нашел я пылесос, выцеганил рупи, стоял в углу, как склад. Использовался. Глупое использование пылесоса. На машинку 150-ку одели. Стоит в адовом режиме. Да, все правильно. Имеются сколы до вот этих пор, такие крупные, дальше уже помельче. И тут есть неровности, вот в этой части капота. Поэтому вот тут я сейчас все буду сносить, потому что тут ржавчина, сколы. Сносить все до металла, а дальше чисто на рубанке проявим, где подшпатлевать. Потому что весь его сносить до металла чревато долгими работами. Так он тайваньский. Причем чернуха не снята вообще ни разу, нигде. Ну раз он тайваньский, вот это вот ребро не факт, что оно, как ты говоришь, поэтому он может быть, я сейчас буду снимать. Он даже может быть мокрым по мокрым, поэтому на нем, видишь, такая... Да, стянутая, шагрень сухая, но это не из-за мокрый по мокрому, это из-за... Все возможно. Короче, я сейчас процесс такой, я сейчас идет легко.
снимаю, и если нету шпатлевки, я иду и снимаю. Вот это пока видно. Блик. А, блик, точно, я забыл посадить. А нечем посадить блик. Молоточек. Понимаешь? Пока просто видно, что не забыто. Отверточки есть. Вот еще. Сейчас. А ну, отходи. Руки, руки. Тут у отвертки плоская, полуплоская. Типа ПДР. Типа ПДР. ПДР. Ребята, вы когда-нибудь ПДР отвертки и стамески делали? Все, что там вам показывают, там специальные ударники, отбойнички, это все ерунда. Отвертка и стамеска. Да. Керно, там, пробойнички. В детском садике будете это рассказывать там. Тут все по-мужски, только хардкор. Капот тайваньский, металл мягкий-мягкий вообще. Снимаем. Наверное, до металла все, походу. Не знаю, что это за наждак QS написано, но какой-то он говёный. Он раз и все, и перестал уже работать. Так вот, ни о чем. Так, тычки ты будешь, ты хочешь тычки расчищать все-таки? Подмазать тычки. Вот а эти? Ну вот, тычок. Вот, а, эти. Я имею в виду про сколы. А потом плоскость. Ну, проточить тычки. Ну, я понял, заодно плоскость, сбить, да. Плоскость, я тебя понял. Так, по капоту, что получается? Я бы его как бы снял до металла весь. Я вроде как бы очень ленивый человек, но не до такой степени. Вот этот наждак, вот гляньте на эту горку. Я уже брал сотку даже. То есть 150 ко мне не поперло, я и добивал потом. Раз, два, три, четыре сотки. Они просто стираются, они не работают ни хрена. И 4 150-ки, а 150-ки забиваются мгновенно и сразу перестают тереть. Поэтому как бы снял там, где сколы, поразрабатывал, там, где шпатлевать, снял до металла. Такая вот процедура. Обдуваем, обезжириваем и протягиваем. Протягиваем вот эту вот плоскость аж от сих пор. Вот так вот, тонко. Это проще, это быстрее, это получается правильнее. Потому что идти только там, где были кривинки, при перетирке вот этого вот радиуса требуется дошпатлевывание выше. И перетяжка будет за пару заходов происходить. А Саша пока там снимает наклейки. Саш, у тебя розетка удлинительная валяется. Чего ты мучаешься? Я понимаю. Что-то легко не убежать. Так прикольно. Вот, он пока наклейки поснимает. Да, в принципе, мы ее сегодня, железную часть, заготовим под грунт. Тут еще надо дождаться рихтовщика, чтобы он угол подровнял тут и вот здесь. Но вот здесь под вопросом. Либо я ее просто разобью, расстучу, если мне дадут керно. Либо просто ее завалим шпаклом. Крылья, ну, не сказать, что они как бы печальные. Но вот эту всю часть надо перетянуть полностью, вот этот верх. То есть его надо перетянуть, он кривой. Сейчас еще глянем, чем мы будем шпатлевать. Так, шпатлевать мы будем. У нас есть алюминка солидовская. И также есть, так поставим там, где не будем шпатлевать, Gold Car. Glasspachtel, типа на немецком написали, молодцы. Зеленочка. Зеленочка, я вот тут вот краешки самых крутых ям завалю. А потом все равномерненько зафигачим алюминиевой. Вот такие шпателя пошел там, накопал, очистил я их. От грязи. Даже не знаю, с чего это. У них какие-то углы неравномерные. Ну, то не важно, с чего. Зеленочку мы перетирать не будем, потому что это не сказать, что это большой грех. Вообще, да, карыч. Шпатлевку со стекловолокном, ну, как бы ее можно перетирать, но она не предназначена с целью ей именно доводить поверхность.
она предназначена подзавалить. Поэтому подзавали. Без обид, короче, это просто к слову. Ой. Просто когда ты испытывал машинку Deos, ты ей тер 3-миллиметровым ходом зеленку. Ну это вообще, ну unbelievable, короче. It's amazing. Так что негоже оно, негоже. Не по-христиански. Ну ты, короче, понял, что не надо этого делать. Ты ж мои видосы все равно не смотришь целиком, поэтому ты по-любому этот момент пропустишь. Я твои видосы тоже целиком не смотрю, если честно. Тут как бы на капоте и крупных дыр-то нету. Поэтому вот тут зеленочка это так вот. Что шла, что ехала. Можно было сразу взять алюминичку и вшарашить ее. Но мы зеленочку эту... Да, тут ее некуда. Санечек, тебе там зеленочка нигде помазать не надо. Я как бы тоже взял, развел зеленочку и понимаю, что она тут нигде не нужна. Поэтому вот это на выброс и закрываем баночку, откладываем. На этой машине она нам не пригодится. Оставлю я пока эту заботу всю минут на 10. Она схватится. Мы срежем ей краешки, как обычно это делаем, и откроем алюминку. Так, начинал Ю спиливать с крыльев. Г. Ну тут крыло понятно, рихтованное, так по-козьему еще рихтованное с предыдущей работы. Хотел что показать просто. Ну вот заваливать все, полностью все универсалкой и прямо на краску. Остается надеяться, во-первых, что оно хоть было замотовано, но все равно вот эту всю дрянь в идеале надо снимать. И универсалкой, но не делается это все. Саня, вы тоже все универсалкой валили у себя? Ну, у нас Алексей все рабарил. Все универсалкой. Зачем была скоплёнка? Ну, а вот тут яма еще. Главное, так ее не видно было, пряталась за изгиб, а рукой проводишь. Да, вот видишь. Не, ну, отсюда видно, когда. Видишь? А, ну да. Короче, все это надо сносить. Продолжим. Шпакло подсохло, я его чуть подрезал. А что такое, иди сюда. Подрезал в таком плане. То есть оно подсохло. Еще перетирать как бы, если бы надо было перетирать, еще нельзя. А так можно поиздеваться над ним. Набираем алюминьку. Кого? Трехфазного удлинителя. Трехфазного нет. Есть 220 только. Так, отвердосим. У тебя обезжирено там, Саш, я и тебе сразу зайду. Да? Не, я пока у себя перешпатлююсь. Короче, я сразу навел шпакла, так чтобы на двоих там. На двух участках, не только капот. Хотя, подожди, можешь не спешить, я же забыл, я же капот буду много протягивать. Вот сюда мне нужна, мне нужен сюда топор. Вот не хватает топора, надо топором шпатлянуть бы. Зона-то большая. Не, на самом деле, ха-ха-ха-ха, а что-то большое надо для шпатлевания. Потому что это маленький шпатель. Я думал, да. Ну вот, даже шпакло он выпало. На самом деле это потому, что у меня руки кривые. Рукожоп. Я у мамы жопоруки, рукожоп. Сразу перетягиваем там, где кто-то до нас что-то там шпатлевал. Я тут все посносил нафиг. И сразу всю эту зону так вот, не знаю, к вам кадр там попало, не попало. Лучше тонко уходить и прошпатлевывать больше, чем надо, чем потом. Ах, надо было больше шпатлевать. Крыло все будет смотреть. А? Крыло будет смотреть. Крыло еще нет, еще с крылом надо поработать. Я же его только снял. Ну, шпакло снял.
Я вот тут торопиться не буду с капотом. Тут есть как бы ребрышко вот это половинчатое. Я на нем остановлюсь, один заход сделаю, а потом... Не надо. Оно ровное. То есть около ребра все ровно. Просто мне там удобнее стыковаться потом. Оно сейчас пройдет, межслоечка коротенькая. Да ну нету, не нашел ни хрена. Спроси именно здоровое какое-то. Потому что это, ну, не то пальто. Вот. Вот так вот будет легче. А сейчас межслойка пройдет, я вот это ребро срежу, чтобы оно не завернуло мне там край. И тут зайду вторую часть. То есть так, чуть-чуть с перекладочками. Чтобы оно так довольно-таки неплохо получается. При том, что времени это занимает не так уж много, как кажется. Все? Пока все. О, нифига себе. Тут ищет. Кстати, вот, блин, значит, у меня один в один. Удобно? Да. Это со строительного, да? Единственное, он мягкий. Ну, я о том же, что. Вот так, как на этом, на пианино. Ну, у меня под это руки заточены. Ну, то есть, я его положил вот так. Не, надо жестче, но это вообще реально балалайка какая-то. Ну это, да. Зато этим, знаешь, что хорошо. А какие-то арки. Конты рисовать под него хорошо. Представил один край, второй край, оп, вот тебе арочка. Ну да, арочка, а то карандашиком. Да, я раз, на Лексусе так лепил. Объем. Какую хочешь, так и сам прикол, то, что вот так, ты можешь вот, да, так, вот так, вот так, вот так, вот так. Как угодно. Как душе твоей угодно. Ну, честно, ну, я не знаю, как бы вам так будет отсюда видать. Ну, это не шпатель, это очко. Я, наверное, им не буду шпатлевать, не знаю. Им можно вот так вот им сделать, вот тут можно, да. Но вот так вот делать им тут я не буду. Он кривой. Не, он кривой. Вот для этой плоскости он пойдет. То есть я взял, к примеру, радиус тут, пианино закрепил. Пошире. Рояль. И сделал одну линию. Так, да. Возможно. Сейчас попробую. Это не точно. Это не точно. Сейчас, да, оно как пойдет. Иногда проще вот, вот этим вот махоньким вот таким вот сделать аккуратно за 2-3 захода, чем рояльным. И заново переложить. Но у нас под этот рояль есть еще и гибкий этот, брусок. Который может, да, поправить любую ситуацию. Гибкий брусок, как хороший дирижер, он поправит ситуацию. У нас есть даже 80-ка кубидрон. Сейчас мы навалим. Короче, ну это кубидрон, да, это кубидрон. Один старый кубидрон лучше трех новых Сия. Шо, она уже даже стала до того состояния, пока мы тут трындели, ржали, угорали над новым роялем моим. Делаем вот так вот и идем замешиваемся, потому что это уже как раз та стадия, где можно шпатлевать дальше. Хреново, что на том рояле не замешаешься. А что ты не взял с собой? Не знаю. Я говорил, бери с собой все, что можешь. Блин, шпателя это как трусы. У каждого должны быть свои. Ну да. Ладно, сейчас опробуем наш, точнее не наш, но местный рояль. Как говорят, в родном доме стены помогают, поэтому посмотрим, чему обучили этот рояль. Под что он заточен. А прикольно вот приехать в какое-то чужое новое место для тебя и поугарать, кто как чем работает. Потому что вроде бы специфика работы-то у всех одинаковая, но уровень как бы
подготовки и требования разные. Так, та-да-дам, та-да-да-да-дам, как бы тебя, суку, навалить. Там, та-да-дам. Сейчас я тут вот сделаю оба-на, вот таких вот, оба-на, толсто заваливающих. Короче, я сразу закладываю основу, делаю, так сказать, подготовочку. Так, это лучше, чем вот это. Ну, ты вообще решил угарнуть. Так, и отсюда. Так, а тут главное не тянуть. Давайте я вас переставлю на бочок. И укладываю по форме изгиба. Рояль натягиваем. Та-да-там. Сука, там что-то под палец попало. Вот тут вот форма, да? Опа! Блин, все хорошо. Но то тут не вытягивай, то там. Значит, оставим на второй протяг. Хотя я еще раз рискну. Ну вот не выгинается он так, чтобы вот тут это все доделать красиво. Все, оставляем. Подсыхает, проходим, срезаем гребешки. Сейчас вот тут сразу его отведу в сторону. И вот тут чуть краешек подберу, ну, очень сильно крутой перепад. Оставляем, остаются такие как бы, ну, дотяжки за шпатлевкой, не прошпатлеванные. Их мы на втором слое протянем. Шпатлевка солидовская вот эта вот хорошо тянется так красиво. Можно работать. И рояль, ничего, так можно поднастроить чуть надо. Одну часть я протяну второй протяжкой, вот этим пианином. Сейчас тут то же самое сделал. Чуть подрезал юбочки торчащие слегка. И делаем то же самое. И у нас, в принципе, все готово под то, чтобы вынести его на солнце. Пусть поваляется, дальше займемся сейчас машиной. Шпакла при такой протяжке надо подготавливать прилично, потому что может, если кусочек не хватить, обидно. Потом подмазывать придется маленький участок. Сейчас я прокладываю поры, те, которые вот при первой протяжке вытянулись. И задача на эту протяжку просто выровнять. Равномерно протянуть слой. Подготавливаем рояль. Оп, не дотянулось. А вот так вот уже значительно лучше. И краешек. Доработали уголок и все. Вот такое после сушки, можно сказать, что вытереть можно за один заход. Продолжаем капот чухать. Он у нас высох нормально. Все просохло. Там уже уголок перетер, проверил, что все просохло. Значит, порядок действий какой? Поскольку шпатлевка имеет свойство на первом слое, значит, на первом проходе подзабивать наждак, а наждак у нас кубитроновский 80-1, а объем шпатлевания тут как бы нормальный, и надо этим наждаком все добить. Проходим на машинке соточкой, сбиваем верхний микрон этот, который липкий к машинке, оно не так сильно залипает. И потом проявляем, работаем уже рубанком. Запас тут позволяет, поэтому я нормально, смело работаю. Заодно тут ребро чуть поправлю. Так, первый слоек сбили, теперь нам ничего не будет мешать работать уже нормально наждаком. Сейчас мы его...
проявили. Благо есть пылесос, поэтому гибкий рубанок к пылесосу. Освобождаем его от оковы этой, чтобы он у нас был свободной трансформацией. И вуаля, вперед работать. Помним, что ребро у нас целое, поэтому я смело стачиваюсь до ребра с каждой из сторон. Вот, начало появляться ребро здесь. Значит, тут уже хорош с этой стороны тереть. Плоскость сама по себе вся вытирается от проявки. Можно еще раз проявить, если есть необходимость, чтобы убедиться. Остается мне дотереть только сверху, вот тут вот ступенечку, махонькую ступенечку. Так, ну вот таким макаром за две протяжки и одну перетирку избавляемся полностью от ямы. И получается вот такенная зона шпатлевания. И до металла тут реально уже остается чуть-чуть. Но зато все ровно в одной как бы плоскости, потому что гибкий рубанок полностью повторяет и вот этот овал, и вот этот овал, по которому мы даем ему радиус. Обалденная штука. В принципе, без него вот это вывести... такой геморрой, где-то стремится образоваться ступенька. Капот готов по своей форме, но не готов по риске. Риска 80-я прямая. Здесь 150-я местами сотка. 80-ку мы уберем соткой на машинке. Потом пройдем или 150, или 180, там что найду. И пробежимся слегка, 220. Это будет закончено у нас под грунт. В общем, по машине мы еще работаем, сейчас уже позже 8 вечера. Начали мы сегодня где-то в час, да, если не позже. То есть, как бы работы по времени немного сделала, но по факту у нас вся машина, кроме пластика, вот пластиком еще завтра дополнительно позанимаемся, вся машина перешпатлевана, и завтра, не тарахтите, пожалуйста, и завтра мы ее будем... грунтовать. То есть, скажем так, за сутки работы кузов полностью уйдет в грунт. Машина несложная, в принципе. Но очень много вот этих моментов, которые надо просмотреть, увидеть, перечухать в таком вот плане. С пластиком будет отдельный вопрос. Его, скорее всего, надо снять до пластика. И только один порог надо чуть-чуть там подварить и погреть феном, отогнуть. Во всем остальном глобальных таких проблем, вопросов нет. Посмотрим, за сколько мы эту машину сделаем. Ну, я думаю, за сегодня полдня, пятница, суббота, воскресенье, в понедельник будем красить. За 4 дня, я думаю, мы ее ушатаем вдвоем. Так, ну вечер вечером, а знаете, когда есть возможность, почему бы не завалить грунтом? Все правильно? Правильно. Грунт. Я таким грунтом работал когда-то, наверное, лет так 5, что ли, назад. Грунт Автофит. Я этим лаком много отработал. И грунтом, как бы тоже не сказать, что мало. Ух ты, бля, мало. Грунт терпимой паршивости. То есть предсказуемый от него, ну, есть что ожидать.
скажем так. Сейчас мы его откроем, взорвем. Пока буду мешать, расскажу, что я о нем помню, а потом расскажу то, как я его почувствовал сейчас. Только вот у меня одно возникает, но, как обычно, у маляров... О, есть чем размешать. Бардак на столах. За собой глобально никто не убирает. Когда несколько человек работают, это просто капец. Вот тут работает два человека всего в цеху. Тут, сука, поставить некуда на стол. Это я уже чуть-чуть тут подубрался. Так. Вот она. На дне имеется осадочек такой хороший, который надо вымешать. Грунт разбавляется, если мне не ошибает память, ну да, 20-25%. То есть 30%, я просто что и думаю еще, правильно ли я помню. Почему решил капот грунтануть сейчас на ночь, чтобы у него было полтора суток запаса до момента его перетирки, лучше даже двое суток. Потому что на капоте, ну, очень хреново, он весь мягкий, плывет тайванский, ну, плывет под машинкой. Я боюсь, что я где-то там не достал рисочку по-нормальному, то есть не убрал от сотки на машинке. По шпатлевке проблем нет, там все благополучно убралось, а общую плоскость лучше завалить заранее, потому что грунт, я же говорю, средней паршивости, ему надо давать постоять. Я когда работал, этот грунт вот три дня летом он постоял. Все, вообще никаких просадов, 180-ю риску в жизни у меня на нем не было. Все, вымешали. Возьму его же стакан. Где тут 5 к 1, если не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, 5 к 1. 3, 4, 5 к 1 на капот. Мне надо много на капот. Я буду два раза замешиваться. То есть я сейчас раз сделаю 300 мл. И потом домешаю чуточечко. Так. Виталь, спасибо за перчатки. Меня твои перчатки прямо выручают сейчас тут на работе. Потому что нету здесь перчаток. Все работают голыми руками, поэтому взял твои с машины, спасибо. Оба-на. Ну и могли бы сразу сделать тут до черточки Б. Так, двухкомпонентный. На всякий случай надо понюхать, потому что может быть все что угодно. Где-то так. Сейчас размешаю, почувствую на ощупь как, потому что шкалы 30% тут нету. Но это было явно не 30, это было меньше. 30%, 10-20%, как правило, считается по компоненту А. То есть налили 100 грамм, на него 30 грамм по компоненту А, неважно сколько там отвердоса, 1 к 1 там. 2 к 1, то есть по компоненту А. Но, как правило, некоторые компании могут что-то свое там внести лепту. В принципе, ничего так, разбавился хорошо. Пока что добавлять больше грунта, разбавителя в грунт не буду. По плотности, то есть по линеечке, приятно стекает. Сейчас заливаем. Так, чем мы будем грунтовать? Я тут отмыл Девилбис чуть-чуть. Это грунтовочник, тоже общественный пистолет. Ну, понятно, что он не в лучшем своем состоянии. Лучше его годы позади. Сейчас посмотрим, что он могет. Наливаем. Ну, Девилбис. Девилбис могет и при смерти. Так, забыл обезжирить. За малым, так сказать, не начали процесс. Берем пару салфеток и уходим на капот. Сейчас я вас подниму повыше. О, так же ж лучше, правильно? Правильно. Так, разбавитель. Где у нас антисиликон? Где антисиликон? Ёбин-бобин. Thank you.
антисиликон, ты где? Нет, так, берем антисиликон. Тут обдуто от пыли. И сейчас 2-3 раза его хорошо протираем, потому что на салфетке остается. Вон, видите, пошло размазывание. Вот это вот. Хорошо, вытираем. Опять же, это вот тот литовский антисиликон. Простенький. Ну, что есть. Работают тут ребята бумажными салфетками. В принципе, это неплохо. Салфетки, как таковые, хорошие. Но они обладают меньшим впитывающими свойствами, нежели их собратья, которые синие. Которые, не помню, на какой они там основе, но они в себя лучше впитывают жиры, загрязнения, мусор и всякого такого рода вещи. Так, заканчиваем на торцах и все. На всякий случай берем воздух, обдуваемся. Это на тот случай, если где-то в порах шпатлевки, в шпатлевке куча бор, остался антисиликон. Ну и что, попробуем. Девилбиса. Сейчас я тут на кусочки бумажечки пшикну. Да, бедолага, тяжело тебе. Ну что, поехали. Первый делаю, как можно видеть, не заливающий, но мокрый слой, чтобы разбавитель, содержащийся в материале, мог максимально быстро выйти, но в то же время не было сухаря и хотя вон контура пошли, сейчас покажу. Короче, наливаем первый не сильно жирный, чтобы вот эти контура, которые идут, не стали подрывами. Потому что такое, знаете, сомнительное состояние у капота по его окрашенному предыдущему слою. О, прикольно. Смотрите, я прошел, ну вам должно быть видно в камеру ореолы, вот эти вот ореолы. Шпатлевка, гляньте, насколько сильно в себя впитывает сразу, то есть хоп, блеска вообще нет. А там, где металл и переход гладкокрасочный, там явно видно смачиваемость поверхности, впитываемость, разная впитываемость материалами. И там, где металл, там сейчас глянцево. Тут буквально подождем 3 минутки. Сейчас растик быстренько испаряется, потому что слой тоненький, но мокрый. И мы смело потом наваливаем. Вот так вот крестом пойдем наваливать. Друг на друга наваливать, пока грунт мокрый, не стоит, не рекомендуется. Очень долго будет происходить сушка конечная. Хотя высыхание верхнего слоя произойдет, но общая сушка будет происходить очень долго. И можно попасть на такой момент, когда мы все перетерли, все как бы неплохо открашиваем. Хопана! Просад. А почему просад? А потому что вот это сырое плюс разбавитель сверху пропитало, досадило. То есть надо сушить каждый слой. Вот мотовение полное везде прошло, тогда грунтуем дальше. Слой у нас полностью замотовел. Это свидетельствует о том, что материал впитал в себя разбавитель. Разбавитель испарился, покинул вот эти вот толщины. Простор его, просторы грунта покинул разбавитель, и мы можем смело творчествовать дальше. Как я завернул под вечер, а? Могу? А знаете почему? А потому что я нормально понюхал сейчас без масочки, и вот в норму пошел. Все в огнях все равно.
Мы же все наркоманы. Мы не бухаем, не курим, но нюхаем от души и в душу душевно. Вот тут уже можно наливать от души и в капот прямо вот, прямо вот, вот, прямо вот. Да, струя у Девилбиса, конечно, упала совсем. Хочется такой веник, чтобы капот проходить за 3 захода. Ну, растянется? А? Растянется, что ты скажешь? Капот? Или шагрень, ты о чем? Ты о шагрене? Ну я третий слой чуть жиже сделаю, но крупновато. Вот крупновато ложится. Так, это я уже как бы и давление, ну, чуть приподнял. Пылить сильно не хочу. Но это, блин, дешевый грунт. Сильно не растянется. По сравнению с солидом, да. Даже с солидом, по сравнению с тем, когда ты ко мне приезжал, мы работали. Он, кстати, солид тот, и солид другой, это будет. А, так вы же покупаете не тот солид. Да. А я тебе давал номер телефона. Чего вы не пользуетесь? Я еще чуть давление приподнял сейчас и расстояние увеличил. Ну ничего, на третий слой сделаю чуть пожиже и залью его. Он чуть приравняет, но все равно. Я, видишь, я этим грунтом очень давно не работал, поэтому конкретная вязкость на глазок. Опять та же процедура, оставляем сохнуть. И потом дальше продолжаем наливать на него, потому что капот надо налить хорошо, потому что, блин, он корявенький. Так, ну закончил я грунтовать капот. А с капотом как бы так все неплохо, но есть что там выпиливать потом. Вот сейчас видно, пока грунт свежий, там контур такой рисуется вокруг металла и шпатлевки. Высохнет, то есть будем точить. Тут лежит 3,5 слоя. А мы пока что занялись, я прямо не смог, просто не смог нормально работать, потому что на последнем слое мне пришлось разобрать пистолет, чтобы выковырять из дюзы, просто тут она даже где-то, наверное, валяется, это пробка. Вот оно, походу, это оно, из дюзы, это я из дюзы выколупал, просто выплюнул туда. И их тут несколько было частей. Воздух он раздул, и пистолет реально заработал. Я его решил разобрать, чтобы помыть, ну как-то по-человечески. Это просто пипец. Этот пистолет я еле с бачок смог открутить с него. Иглу вытаскивали плоскогубцами. Вот тут вот нарост был такой, как прокладка грунтовая, ножом срезали. Но это ад. Вот вроде бы работает тут 2 человека. 2, сука, не 35, 2. Да помотишь вы пистолет, возьмите. Вышим, тляхамуха, работаете. Он же даже не работает, он еле ссал из себя. Так это Девилбис. Девилбис при про, по-моему. Ну, короче, древнючий ствол. Но он работающий. Вот его сейчас отмыть, завтра будем грунтовать кузов. Сравним впечатление. Это капец. Просто. Так его в руки даже брать противно. А люди работают, людям, что люди? Здорово всем, дядьки. Рация. Его в руки брать, блин, противно. Сука, люди у нас какие-то, ну, люди свиньи, люди твари. Салямчик, Карыч там кричит, говорит, салямчик. Я тебе завтра приведу, а где грунтовочный? Можешь там где-то нацыганить 47. А, вон там, глянь. Короче, для мытья что-нибудь. В пакете вот в этом. Глянь, что-то валяется.
Налей в ватерскую. Я сейчас ее домою. Да будем на сегодня, наверное, заканчивать. Потому что уже время 10:30. Так, ну, вроде бы все. Сейчас мы возьмем в помощь Девилбису и вату, мойку, и помоем. Я думаю, что вот эта пробка... Ох ты, пробка снялась. Да ладно, они ее чистили когда-то. Вот так вот примерно выглядела дюза внутри. Засранная вся. Да, ну, бачок, понятно, я его уже не спасу. Хотя, знаете, он грунт пошел отмываться. Девилбис из последних сил пытается жить. Может, мы ему пока... Да. Пока я 2 дня здесь, может, я ему дам еще шанс пожить хоть чуть-чуть. А эти уже рукожопы добьют его до конца потом. Да, отмывается бачок, охренеть. Все, сел, да? А воткни в него пауэрбанку. Там. Твоя. Там, кстати, и провод твой подойдет.